несколько лет назад мы купили свой дом, и вот наконец-то у нас нам предоставилась возможность, и мы приложили все усилия для того, чтобы переехать наконец-то в свое жилье, чему мы очень рады. С особым трепетом многодетная мама Наталья Головчик проводит экскурсию вокруг дома. Само событие, покупка, было для семьи очень важным моментом. Много лет Наталья, Дмитрий и их четверо ребят жили на съемном и арендном жилье. Теперь же свой быт они обустраивают в небольшом деревянном домике в деревне Великая Гать. Сегодня семье предстоит большой ремонт, начать который планировалось замены двери. Так, просматривая в интернете различные варианты, мама Наташа зашла на сайт компании «Юркос», где прочитала про социальный проект «Добрая дверь». Переехав в свой дом, у нас стал острый вопрос с тем, что из двери, вот, которая у нас на данный момент находится, очень сильно дует. И поэтому интересоваться я начала давно такого плана дверями. Вот, и искав в интернете всю информацию по дверям и все предложения, наткнулась на сайт, вот, и увидела конкурс. Прочитала условия, там как раз многодетные семьи имеют право участвовать. Вот. Сначала, конечно, скептически отнеслась, не хотела участвовать, думаю, а все равно ничего не выигрываем никогда. Как-то думаю, и тут, наверное, нет. Но эта мысль не давала мне покоя очень много дней. Я все-таки собралась силами и решила поучаствовать с детьми. И вот, не зря. Главное искренне верить, и тогда желания обязательно сбываются, уверены представители компании «Юркос». Наталья Головчик и ее семья стали обладателями новой двери. Стоит отметить и тот факт, что организаторы проекта не только разыграли подарок. Команда специалистов приехала в деревню Великая Гать Ивацевичского района, чтобы установить его в доме многодетной семьи. Для нас это, да, это очень значимо, очень значимо. Я считаю, что дом начинается с двери. Новая стильная современная дверь станет надежной защитой от холода для семьи Головчик. Стоит отметить, что все модели, реализуемые компанией «Юркос», отличаются своим дизайном и качеством. К слову, еще 11 экземпляров будут переданы в 2019 в рамках большого благотворительного проекта «Добрая дверь». Если вы представитель многодетной или неполной семьи, семьи, где живет ребенок-инвалид, беженцы, тогда самое время открыть сайт yurkos.by, посмотреть условия социального проекта и испытать удачу. И, возможно, уже совсем скоро ремонт в вашем доме начнется с новой двери. Для того, чтобы стать участником этого проекта, достаточно зайти на сайт yurkos.by, заполнить анкету, прикрепить фотографию вашей семьи и небольшой рассказ о семье. Далее жюри компании отбирает 10 самых достойных и запускаем генератор случайных чисел. То есть случайным победителем становится из этой десятки. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».